На этой неделе учреждение «Малый бизнес Химки» подало заявку Министерства инвестиций и инноваций Московской области на софинансирование муниципальной программы по поддержке предпринимателей. Это значит, что в случае положительного решения бизнесмены городского округа могут рассчитывать на дополнительную помощь в развитии собственного дела. Мы запрашиваем субсидию в размере 90 миллионов из областного бюджета и из федерального бюджета. И, соответственно, эти денежные средства планируем направить в 2015 году на предоставление субсидий. Городской округ Химки из всех муниципалитетов Московской области подал вторым заявку, поэтому это очень хороший показатель нашей работы в текущем году.